Денис Валентинович, пока нет паспортов, о которых вы сами сказали, а их нет, так? И нет твердых контрактов, у них нет понимания того, что они будут делать, должны будут делать. Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Но нет, на предприятиях нет контрактов на 23-й год. Понимаете, что там говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет пока. Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали. Ну, чего вы в самом деле, дурака-то валяете?